Я должен обезвредить эти приборы. Поверить не могу, что здесь всего одна бомба! Все? Слава богу! Я все выскажу этому гаду. Но сначала... Сначала я должен отдохнуть. Ладно, Спайдермен. Ты сделал выбор. Здесь одна цель – найти зеленого гоблина и разобраться с ним. Поздравляю, Спайдер. Это первый в моем списке. Неотложный. Я ищу, Спайдер. Вот он я. Thank you.
Залечивай пока раны. У меня много других дел. Закончим в следующий раз. Что это было? Надо пойти домой подумать. Может быть, узнаю что-нибудь про гоблина? По-любому получалось, что гоблин работал на Оскорб. Убийство и саботаж. Гарри будет шокирован, когда узнает, что в этом замешан его отец. Я должен добраться до сути, поэтому следует нанести визит в Оскорб. Спайдермен. Спайдермен! Так, так, так. Какую плотную сеть мы плетем. Похоже, у меня сегодня свидание. Не очень я это люблю.
Но сейчас у меня нет выбора. Ладно, Спайди, ты зашел так далеко, и что тебе? Охрана не должна меня обнаружить. Но меня пока никто не должен обнаружить. Так, надо подумать. Гарри мне рассказывал о системе безопасности Аскорпа. Пройти через эту черную стеклянную дверь будет непросто. Нужно ввести специальный код, чтобы открыть ее. Гарри сказал, что ни у кого нет полного кода. Может быть, части кода можно найти в компьютерных терминалах. Надо начинать искать. Это только один код. Нужно найти еще 4. Thank you.
Ясно. Меня очень беспокоит этот проект, доктор. В городе даже не знают, что мы над ним работаем. Любой несчастный случай приведет к страшным жертвам. Так, послушай, держи свои мысли при себе. Никаких несчастных случаев не будет. Делай свою работу. Так, чем это вы, ребята, заняты? Я клянусь, что не знал о работе над химическим оружием в Аскорпе. Вы должны мне поверить. Химическое оружие? Это очень плохо. Особенно, если дело касается гоблина. Я ничего не смогу сделать. Там очень серьезная охрана. Там я и войду. Разберусь с этим химическим оружием. Просто скажите, что мне нужно делать. Все довольно сложно. Для начала найди одну из комнат управления, из которой можно контролировать ввод химических реактивов. Когда ты доберешься туда, я вызову тебя по радио. Осторожней. Спасибо, док. Следи за патрулями в коридорах. Они не должны тебя... Спайдермен, ты подходишь к комнате управления. Будь внимателен. Существует 4 комнаты управления, такие же, как эта. Тебе нужно активировать их в правильной последовательности. В противном случае произойдет... Надо избегать! После того, как ты активируешь впрыск в обеих комнатах управления, иди в центральную камеру и запусти впрыск. Затем вернись и повтори процесс...
Док, здесь два терминала. Какой использовать? Я не знаю. Оглядись. Может быть, рядом с тир... Моя паутинка уже...
дверь закрыта. Дай мне взглянуть. Спайдермен, будь осторожен. Доктор Рут, руководитель проекта, понял, что что-то не так. Он идет к тебе. Тебе надо взять у него ключи. Они есть. С ними идут роботы-солдаты. Будь предельно осторожен. Сюда кто-то проник. Найти его. Thank you.
Ну и лабиринт. Где же я? Черт! Ну и громадина. Ну ладно, сначала разберусь с генератором защитного поля. Займемся радарами. Почти. Уходим через эту дыру. Теперь найти офис Осборна и вон отсюда. Мэри Джейн? Гоблин! Нет!
Тревога, найти диверсанта и уничтожить. Не знаю, как они узнали о Мэри Джейн, но я должен попасть туда раньше Гоблина. Войти я должен так же, как пришел. Там всего несколько андроидов. Проблем не будет. Никаких. Ну и денек сегодня.
Тяжелый день на работе. Покатаемся. Слишком поздно. Не волнуйся, Мэри Джейн, я уже иду. Если тронешь его, тебе конец. Теперь начинаешь кое-что понимать. Оставь ее в покое. Давай разберемся вдвоем. Отпусти меня! На помощь! Тише, девочка! Давай, братец, займемся делом! Мистер Осборн! Но почему? Удивлен? Да, думаю, да. Но дальше ты удивишься еще больше.
Скажи, Гарри, что мне очень жаль. Мне тоже очень жаль. Мэри Джейн, я кое-что должен сказать тебе. Я знаю. Не надо ничего говорить. Да, вот такова моя жизнь. Сложная. Ну, ты закончил? Теперь иди поиграй.